Пенсионеры Анапы уже готовятся к наплыву туристов. Они даже разработали свой проект «Заповедными тропами». Это своеобразная экскурсия по заповеднику Утриш, где сами энтузиасты выступят в роли гидов. Презентуют они свою идею на первом всероссийском форуме серебряных волонтеров в Санкт-Петербурге в начале декабря. Анапские пенсионеры вот уже третий год активные участники этого движения. За их плечами Олимпиада в Сочи, чемпионат мира в Казани и много других мероприятий международного уровня. Наш город не просто город для того, чтобы приезжали только дети, да, как бы семейные, хотя это основное, то, что уникальные пески, наше море, об этом, наверное, мало кто знает, соответственно, и по экологии тоже уникальный совершенно климат, не хуже, чем в той же Турции или Болгарии, но как-то так все узнают только о том, что вот море и детский курорт. А хотелось бы, чтобы об этом узнали больше, собственно, вот одной из причин, вернее, даже не причин, а желание рассказать, ну, больше того, что, наверное, обычно знает россиянин.